В последнее время обсуждают ночные клубы, поведение людей. Я за, чтобы клубы закрывались все, абсолютно все. Я вообще не люблю танцевать. Ты сегодня самая веселая на этом концерте. Что ты принимала? Честно сказать, для меня было это развратно. Лучше на этот вопрос удалить. Ты моложе, ты думаешь, ты этим возьмешь? Нет, нет. Нет, я возьму свой красоту. Серьезно? Почему не закину? Это же интересная история. Я вспомнил, что все мои влоги начинаются с того, что я снимаю дорогу. Как либо я за рулем, либо вот он за рулем. Сегодня я за рулем. Кстати говоря, впереди нас ждет очень много интересного. Я хочу замутить новый подкаст на канале. Будет больше, наверное, подкастов, чем влогов. Вот. Кто-то смотрит и думает, что такое подкаст, что такое влог. В общем, кто в теме, языком разговаривает. Кто в теме, тот понимает. В общем, мы пришли. Вот, как вы видите, за моей спиной полный зал. Сейчас мы пройдем за кулисы и спросим, почему певцы все-таки поют под фонограмму. Как дела? Как вы, пацаны? Вообще, настроение как? Все вау, вот как раз спасибо. Мне нужен был с этой камерой. Спасибо тебе. Что она? Что я делал? Познакомиться, да? Да, в общем, приятно. Соня, меня зовут Магомед. 4К, да? Почти. Я думал, голову вытащили, а так сделаем. А что тут веселые ребята? Тут вот подготовка у нас просто. Я не про тебя как... не снимаю, да, хорошо, да, не знаю, опасно. У него ширик. Меня снимай сколько хочешь. Да? Дагестанский рост нормально. А вот у него симпатично, он операцию. Он операцию сделал, 150 штук. Серьезно? Потом мы с тобой поговорим об этом. А вот и сам виновник торжества. Алейкум ассалам. Как дела, Шан? Как? Все отлично. Настроение боевое. Мы на старте. Мы дадим жару сегодня. Ну что, концерт начался, задал пару глупых вопросов, но все-таки мне интересно задать такой насущный вопрос. В последнее время обсуждают ночные клубы, поведение людей, и многие люди разделились на два лагеря. Кто-то считает, что проблема именно в клубах и больше ни в чем, а кто-то считает, что проблема в умах людей, в самих людях. И сейчас выясню, что по этому поводу думают артисты и люди, приближенные к ним. Вот сюда иди-ка. Смотри. Вот мы сейчас о ночных клубах говорим. Сейчас тенденция закрывать ночные клубы. Как ты к этому относишься? Проблема в клубах или в головах людей? Проблема в людях, скорее всего. Да. Вот. Я тоже так считаю, на самом деле. Я не то чтобы ратую за то, чтобы открыть все эти клубы. Я, наоборот, закрывайте, никаких проблем. Вот клубы закроются. Кто захочет такой беспредел устроить, он и в других местах устроит, по-любому. Вот я об этом говорю. На дорогах сколько людей умирают. Да везде поножовщина, стрельба на улице. Все же не закроешь. Это все раздули. 100% дело в людях. Да. Ни в клубах, ни в концертах, ни в чем. Вот. Ты как считаешь, брат? Проблема в ночных клубах или в головах людей? В головах людей, конечно. Вот. Я рад, что есть адекватные люди у нас. Я думаю, вся проблема в первую очередь в людях, самих в людях. А потом уже Ардашу, которые это все им четко подгоняют. Ардашу, иди работай. Что за все? Хорошо, это? Ладно, ты добавь, что для себя, если ты вот так всех выгоняешь. Он любитель клуба. А, он да. Любитель? Поэтому он не хочет на эту тему говорить. Нет, я за, чтобы клубы закрывались. Все, абсолютно все. Я вообще не люблю танцевать. Харам, музыка, вообще я ухожу. Почему все артисты поют под фонограмму? Че, брат, скажи, что можешь ты делать? Нормальный ответ. Я тебе скажу, все теряются. И второй вопрос. Что творится в умах людей? Виноваты люди или ночные клубы? Такой, знаешь, сложный вопрос. И провокационный немного. Не провокационный. Я не считаю, что виноваты клубы. Я не считаю, что виноваты люди. Тихо, вас там слышно? Короче, поэтому, да, вот. Лучше на этот вопрос удалить. Да. Ну, человек тоже, брат, 90% человек виноват. Есть люди, которые не умеют себя вести, когда пьют. Поэтому такие люди, когда пьют, они уже контроль теряют, и с этого все начинается.
Ко мне подходят, к вам подходят. И есть люди, которые могут проявить какой-то сабр, а есть такие дерзкие пацаны, сразу могут дать ответ. И потом выстрел, все. Да. С этого все и начинается. Мне кажется, люди сами виноваты. Вообще, когда обвиняют все вокруг, кроме себя, мне кажется, это неправильно. Надо начинать с себя. И если ты себя начнешь окружать, каждый на своем месте будет делать то, что положено делать. Все будет хорошо. Говорят, времена тяжелые. Не времена, люди изменились. Я так считаю. Не знаю, это лично мое мнение. Человек торопится, поэтому быстренько на ногах с ним поговорю. И тебе спасибо, что приехал, спасибо. Побежал. Дорогие друзья, хочу отметить, люди, которые к тебе относятся хорошо, уважают тебя, им особо не важно приглашение. Знают, что есть, приезжает и вот так поддерживает. Красавчик. Спасибо, Баркал. Спасибо. Шамиль, два вопроса, которые я задаю здесь. Ты можешь их шуточно воспринимать, несерьезно. Первый вопрос. Почему все поют под фонограмму? Я думаю, первая причина на сегодняшний день. Каждый артист занимается сам собой. И для того, чтобы устроить живой концерт, один труд артиста там не хватает. Я сам, вот, который человек провел вживую концерт, я это на себе испытал. Концерты планируются заранее. Фонограмма пишется на тот случай, если у тебя там что-то с голосом, если какие-то болезненные моменты, очень часто бывают артисты там где-то простужаются и так далее. Поэтому, я думаю, для этого и он записывается. Окей, спасибо. Вот, многие не знают, как ответить просто на этот вопрос. Я не пою под фонограмму. Почему? Это естественно. На сегодняшний день каждый зритель, каждый артист, у него есть фонограмма. Я, например, если вот, допустим, вот давайте вот так сделаем. Хабдерум руяшлу аши хавихаш Мун ик анадица рак арц эхолей Хэнт аби адбер синай дирима арулай Доб мехах я тич эйшай дай дидамун Бер синай чаухай Черегесай, хайбатай, диримарулай, берцинай. Я сам посещал ночные клубы. Два раза я был в ночном клубе. Первый раз с одноклассниками встретились, поехали, ну, предложили, давай отметим так. А второй раз с друзьями пошел. Ну, после этих случаев, честно сказать, это даже не на камеру, не как для общего обозрения случаи, да, какие там происходят и что ты видишь. Был там разврат, да, в общем. Да, ну, честно сказать, для меня было это развратно. Человек сам для себя должен знать, что ему нужно и к чему он стремится. Я считаю правильным, если человек перестанет туда ходить, завтра там не будет никого. И тем людям, которые занимаются этим, этим людям уже не интересно будет вот этот бизнес развивать. Поэтому от нас самих это все зависит. Давайте мы будем в первую очередь не наезжать, не как-то грубить, там какие-то оскорбительные слова говорить хозяевам этих ночных клубов. Давайте мы сами вот сядем, каждый из нас сядем и сделаем такое рассуждение. Нужно ли нам это или нет? Тогда уже, я думаю, в этом проблем не будет. Вот я всех опросил, ждал тебя. И самые глупые вопросы приготовил для тебя. Потому что ты самая умная среди всех, да? Вот, смотри, Мадина. Я ждала, мальчики поднимаются. Да, да, да. Скажи мне, пожалуйста, почему ты поешь под фонограмму? Потому что все вокруг поют живую, я хочу отличаться от них и петь под фонограмму. Второй вопрос. Кто виноват? Ночные клубы или люди? Люди, ночные клубы, причем вообще. Если я не захочу, кто меня заставит туда пойти? Так что ночные клубы не виноваты. Что надо делать? С людей нужно начинать, а не с ночных клубов. И еще один вопрос. Почему такая красивая? Просто в салоне сегодня хорошо постарались. Это камера. Это камера. Она четкая. Ты на ее этот, не смотри на ее размеры. Она маленькая. Я бы не сказала, что она четкая, это маленькая. Подожди, ты увидишь себя в Ютубе и скажешь, что она четкая. Я в Ютуб не закидываю. Почему? Потому что. Скажи что-нибудь глупое тогда, чтобы я тебя не закидывал. А то ты все время вот умные вещи говоришь, как я могу? Ты самая умная среди всех. Ты сейчас представил, что ты в ночном клубе? Злость, почему? Я опоздала. А почему ты опаздываешь? Мы с тобой недавно на свадьбе, ты тоже опоздала. Просто звезды опаздывают. Да? Ты типа самая крутая тут? Ну конечно. Что там внизу Махаева сидит? Да? Да. И она не я опоздала. Я после нее. Да?
Какую еще глупость тебя спросить, я думаю, я просто не понимаю. Все так на позитиве прошло. Если кто-то там всерьез думает воспринимать это видео, то на самом деле это все шутки, приколы, друзья. У меня очень развлекательный контент. В общем, на этом все. Я с вами прощаюсь. Ну, мы почему? Вот он тоже прощается. Вот, и я прощаюсь. Всех благ, друзья.